You have already have heard a lot of sustainable development goals, the role education for sustainable development plays for future generations. And I want to focus a bit on how this education can be developed, this education for sustainable development. It should be based on needs, it should be based on requests by the people, and of course, in this context, participation plays a role. Здесь уже много говорилось о том, как важно образование для устойчивого развития, в достижении цели устойчивого развития, и в своем выступлении я бы хотел подчеркнуть то, что это образование, УР, оно должно учитывать потребности и нужды людей, работающих в местных сообществах на достижение этих целей. Can we change the slide, please? Okay. When we talk about participation, I don't know how much you are aware of the different approaches when it comes to participation, especially participation in research. I mentioned some on this slide, but most popular nowadays are citizen science, and of course the project we ran together with our partners here from Belarus, working with sign shops. И когда мы работаем с местными сообществами, нам очень важно учитывать их мнение, мнение различных заинтересованных сторон. Это называется участием общественности. Я не знаю, насколько вы знакомы с различными стратегиями, учитывающие мнение и участие общественности. Вот, например, на этом слайде я упоминаю некоторые из них, такие как исследования в действии, исследования с участием местных сообществ, ответственные исследования инновации. Ну и, конечно, наиболее известными из них являются гражданская наука, citizen science и научные лавки. Собственно, вот тот подход, который мы используем в нашем совместном проекте с ассоциацией и Белорусским педагогическим университетом. When we talk about sign shops, we probably have to distinguish a bit between sign shop as a methodology, sign shop as an organization or institution, and sign shop as a process. Here in my presentation and what I'm going to talk about, I want to focus a bit on the impacts the sign shop methodology has in the educational system. И когда мы говорим о научной лавке, то мы должны различать здесь три аспекта. Прежде всего, научная лавка как методология, научная лавка как структура, как конкретный институт работающий, и научная лавка как процесс. В своем выступлении я бы хотел больше поговорить о том влиянии, которое оказывает методология научной лавки на работу с участием общественности. So just to give you a short definition, a sign shop that was right before, but you probably have read it. A sign shop is a unit that provides independent participatory research support to those in response to concerns expressed by society. So it's request-based and it's supporting solutions on the needs of people. Наверное, сначала начнем с определения научной лавки. Это как институт, который обеспечивает поддержку и исследования в ответ на запросы гражданского общества, на заинтересованность их, на желание как бы иметь дело с вопросами устойчивого развития в своем регионе и вырабатывать решения вместе с представителями различных сторон, в том числе и науки, и местного сообщества. So sign shops are not a single event or a single institution, and on the next slide you can see how sign shops are already can be seen in different parts of the world, and unfortunately you have used an old slide. But I'm very happy that one of the youngest sign shops are our partners here in Belarus, and maybe we move to the next slide to show you a bit how this one, yes. You've seen from the first presentation I gave here to what has on the stage now, we have much more organizations being interested in this unique approach. Итак, научные лавки очень распространены в Европе, и существует уже целая сеть научных лавок, среди которых мы разделяем те, которые
связаны с университетами, работают на их базе, и те, которые не связаны, их немного меньше. Но вот научная лавка в Бонне, из которой господин Оберштейнхаус, она как раз-таки является такой общественной организацией, не связанной с университетом. И предыдущий слайд, это было как бы состояние там 3 года назад, и сейчас количество научных лавок значительно возросло, и в том числе на карте их появилась научная лавка Беларуси в Минске. And, just to explain a bit more the different steps in the sign shop work, on the next slide, please. Of course, as I said, sign shop work is based on requests expressed by civil society organizations, by citizens, by the regions, as it is implemented here. These requests will lead to research and later on to implementation, although the top two parts of the pyramid might change as well, that implementation might be stronger than just doing the research. Итак, кратко, может быть, к трем основным моментам, из чего состоит деятельность научной лавки, ее методологии. Как уже было сказано, она основана на запросах, которые поступают от граждан, от гражданского общества, от любых инициативных групп. И в ответ на эти запросы начинается исследование с участием представителей как гражданского общества, так и научного сообщества. В результате этих исследований рождается проект, который реализуется с целью удовлетворения этих запросов. Sandshops already on the stage for many years. They were established in the early 70s of the last century, based started in universities in the Netherlands. So from having a look at this long period of existence and activity, we can already describe specific impacts sign shop have. And just to mention the first one, please, sign shops that are implemented in universities and work together with researchers, civil societies, and students have a definite impact on an enhanced learning of students. Итак, научные лавки уже имеют долгую историю. Первые из них появились в начале 70-х годов в прошлом веке. И первой научной лавкой была создана в Нидерландах при университете, и с тех пор они продолжают эту свою деятельность, как бы позволяя улучшить качество исследовательских работ студентов в первую очередь. Здесь на слайде вы видите те преимущества и те навыки, которые получают студенты в процессе работы в этих практикоориентированных исследованиях и проектах научных лавок. Besides learning about new perspectives and gaining new knowledge, students working in science shop projects develops social competences because they work in a real life activity, they get real life experience. Работая в проектах научных лавок, в первую очередь студенты получают социальные компетенции. Что это означает? Они учатся тому, как можно взаимодействовать в различных ситуациях и решать практические вопросы, связанные с какими-то исследованиями в жизни. And they develop communication skills. They learn to cooperate with different actors, with different stakeholders, and they learn to bring together the different perspectives approaches of different groups within their research project. Коммуникативные навыки, которые они приобретают, предполагают в первую очередь, что они учатся работать с представителями различных заинтересованных групп, с различными стейкхолдерами, и сочетать вместе, находить баланс между интересами и потребностями этих различных групп. But with the next slide, please. Sign shops do not bring only benefits for students who work in sign shop projects, but they have also impact on researchers. It is proved that sign shop researchers learn about new challenges, they learn new topics, so the sign shop projects are incubators for new research themes. Но преимущество получают не только студенты, которые задействованы в этих проектах, но и сами исследователи. Исследователи выходят на новые практические инновационные темы, и научная лавка становится таким своего рода инкубатором, в котором разрабатываются эти темы, и они могут получить свое практическое применение и разработку. And also
the focus of a research topic might change, and the research becomes more participatory, more involving, and more requested or more based on the requests of society. The researchers get case materials. They learn to network, or they expand their networks by working together with different audiences, with different civil society organizations. And of course, they can use this kind of work as publicity and public relation activity for their institute. Исследователи также приобретают новые компетенции и навыки, в том числе сдвигая свой фокус с чистого исследования, чистой науки, на партисипаторные исследования, то есть исследования, в которые включаются различные группы, в том числе даже не имеющие какого-то специального образования, но имеющие свои запросы и потребности. Они разрабатывают кейсы с участием общественности и создают сетевые сообщества, в которых также присутствуют не только исследователи и ученые, но и люди из разных групп общества. В том числе исследователи делают то, например, чего они не делали раньше. Они учатся делать пиар своих исследований и принимают на себя, научные центры принимают на себя социальную ответственность за те исследования и проекты, которые они делают. So students, researchers, but there's also a broader impact and benefit for the hosting organization, for the university. Итак, мы включаем сюда студентов, мы включаем сюда исследователей, и мы получаем на самом деле очень широкое влияние научных лавок, в которые вовлекается весь университет, все образовательное учреждение в целом. И меняется даже их подход к своей администрации. So based on collected needs, on expressed needs, new curricula were developed, new content for existing teaching was developed, and new training courses or products or services were offered. Влияние научных лавок проявляется также и в том, что внедряются новые учебные программы, разрабатываются новые курсы, продукты, услуги с учетом вот этого вот метода ответственных исследований. And this led to empowered regions, to empowered decisions, to empowered actors, and to policy supporting processes. И все это ведет к тому, что регионы становятся сильнее. Люди, которые в местных сообществах имеют свои какие-то вопросы или проблемы, они понимают, что они могут получить поддержку в их решении. Процессы принятия решений как на местном, так и на региональном уровне становятся более открытыми для общественности. И в них также принимают участие и сами исследователи. And what happened here in Belarus? So I'm very happy to be part of a project to establish a science shop activity here at the Pedagogical State University in Minsk, in cooperation with the different regions. And by, you know, working with the colleagues here from Belarus, I can definitely see the valuable outcomes through this process of sign shop working. Я бы хотел также сказать о белорусском опыте. Я действительно очень рад, что я вовлечен в эту работу и что мы начали этот проект, где главными действующими лицами являются ассоциация и Белорусский педагогический университет. Как они смогли начать эту работу вместе, вовлечь пилотные регионы и университет в обмен опытом и знаниями, в трансфер этих знаний. И я рад, что мне удалось внести также свою лепту сюда. It was a very intense process of team building. Multi-stakeholder activities happened in the regions. Multi-stakeholder integration in activities happened. There was knowledge transfer. The relations between the university and the regions were improved, and new goals and tasks are now on the agenda.
Сторонам удалось создать работающую, действительно работающую команду. Удалось интегрировать заинтересованные стороны в пилотных регионах. Это были школьные администрации, местные администрации. Удалось организовать вот этот трансфер знаний университета в регионы и обратно также. Выстроить отношения между университетом и регионами на новом уровне и поставить на повестку дня новые цели и новые задачи, которые мы хотим достичь в этом проекте. And as you probably might remember, the very many sign shops all over Europe, they're all unique. This is not just one sign shop, one blueprint for all sign shops. They are all adapted to their local situation. And therefore, it's very interesting and fascinating to see that with the sign shop here at the university in Minsk, a new facet to the family of sign shops was added. Я хочу сказать, что научные лавки во всем мире, это каждая из них уникальна, каждая из них имеет свою национальную специфику и адаптируется к своему контексту. И белорусская научная лавка, которая была создана здесь, она как бы представляет собой такой новый, совершенно уникальный аспект в семействе, в большом семействе научных лавок в мире. So it's very good to see that the sign shop helps to mediate the process between university and the regions, but not only that, it also helps the sign shop family to approach the Russian-speaking countries, which were not that much connected with sign shops before. Что удалось сделать в этом проекте и что действительно важно, что отличает нашу белорусскую научную лавку, что мы смогли сделать фокус на экспертной поддержке в области образования, на образовательную поддержку и образовательные запросы, которые получают эту поддержку. И то, что опыт научных лавок, наверное, впервые смог быть распространен на русскоязычном пространстве и получить описание на русском языке, которое может быть транслироваться дальше. You've heard in contributions before that it's not that easy and it takes a lot of time and efforts to effectively change something. So it's sometimes hard to get on, but we are able to do it. We can reach out and we manage to move forward. And just some recommendations from my side. On the next slide, please. So what I'm sorry. Из предыдущих выступлений вы слышали о том, что, и каждый из нас это очень хорошо знает, чтобы что-то изменить вокруг себя, для этого требуется время и требуется усилие, и ничего не получается с первого раза. И если мы не будем бросать этого, если мы будем как бы идти вперед, то оно обязательно получится, я уверен в этом. So it's such a pity that I don't speak Russian, and I'm very thankful that you translate for me. So some recommendations. Yeah, so it's important to provide resources, but it's also important to acknowledge engagement on various levels. For example, by supporting publications and by implementing societal teaching, societal engagement in teaching. Действительно, очень важно обеспечить людей ресурсами, то есть, например, русскоязычными ресурсами, какими-то публикациями, материалами, веб-сайтами и так далее. Но не менее важно обеспечить участие общественности, для того, чтобы эти исследования не делались какой-то одной стороной, а участвовали разные заинтересованные стороны. Каким образом? Это совместные публикации материалов, мониторингом существующих учебных программ и включением в них социальных аспектов, включением вот этих же социальных аспектов в само преподавание. And especially when we look into the development of the education for sustainable development, we need the universities to develop new curricula. И когда мы говорим об этом, об этих новых методиках с участием общественности, то они также должны быть включены в новые учебные исследовательские программы. I think it's no longer about if we should do it, it's more discussing and planning how we can do it. And to get back to one of the terms we listened to before, we were talking about responsibility, and if you cut this word into two pieces, it's response and ability. It's the ability to answer.
And to answer, just to quote a good friend of mine, he learned from his grandmother, listen twice as much as you speak. That's why you have two ears and just one mouth. Thank you very much. Может быть, еще последнее, да, то, что сказал господин Штейнхаус. Мы уже больше не говорим о том, а что будет, если, а если мы это сделаем. Нет, мы уже говорим о том, а как мы это будем делать. И на самом деле это очень важно, когда мы учимся слушать. И как, если мы возьмем английское слово responsibility, очень много раз оно звучало уже сегодня как ответственность в переводе на русский язык. Так вот, responsibility можно разбить на два слова. Response – ответ. И ability, способность. Способность дать этот ответ. И мы его можем дать только в том случае, если мы будем внимательно слушать. Ведь, как говорила бабушка или мама одного из друзей, мы имеем два уха и всего лишь один рот. И если мы в два раза внимательнее будем слушать людей, то у нас получится достигнуть наших целей.